Всем привет! Вы на канале Роман Гоу. И сегодня я вам расскажу, как нам, обычным BMW-водам, немного перепадает халявки, как всегда. Начнем, пожалуй, с одного звоночка. Алло. Алло, здорово, блин. Че, в дверь попала, да? Ой, не, кажется, это не то. Официальный дилер BMW, элит автосибирь, администратор Татьяна, добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Смотрите, вот у меня BMW 7 модели, я зарегистрировал недавно ее в ГАИ, а слышал, у вас акция есть какая-то по замене масла. Да, да, акция «Добро пожаловать в семью». Могу вас с отделом сервиса соединить, вас запишут. Бесплатная замена масла. Давайте, будет замечательно. Угу. Как к вам можно обращаться? Роман. Роман, очень приятно. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Хорошо. Отдел сервиса BMW, Ксения Стенсервиса. Доброе утро, Роман, слушаю вас. Здравствуйте, Ксения. Я вот недавно BMW 7 модели свою зарегистрировал в ГАИ, и вот хотел бы по акции обратиться к вам по замене масла. А подскажите, пожалуйста, как давно автомобиль на себя на учет поставили? Да, сколько дней прошло с момента постановки? 16 числа. 16 числа, 16 июня. Да, 2 недели назад. Да, получается, в течение 60 дней для вас мы сможем заменить масло в двигателе абсолютно бесплатно. Если рассматривать ближайшее время для записи, у нас можно будет на субботу, 4 июля, записаться во второй половине дня, а далее последующие дни. Давайте на субботу, отлично. 7-я серия автомобиль черного цвета, 2004 года выпуска, верно? Да, да, все верно. А пробег ориентировочно подскажите, пожалуйста, какой на автомобиле сейчас? 203 тысячи где-то около того. 203 тысячи километров из работ. Будем производить замену масла по акции «Добро пожаловать в семью». Что-то, может быть, беспокоит в работе автомобиля? Да нет, так, в принципе, нормально все. А по времени работы займут ориентировочно 2-2,5 часа. Вы это время у нас будете ожидать или, может быть, едете куда-нибудь? Да прогуляюсь, наверное. По салону, по-вашему, прогуляюсь, а потом по городу. Если что, у нас для вас можно будет такси бесплатно заказать в одну сторону, если все-таки потребуется куда-то уехать. А, ну если нужно будет, да, я помню, в прошлый раз был у вас, да, есть такая услуга. Хорошо, если ему нужно, обращусь тогда. Для оформления на сервис потребуется водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за обращение, хорошего дня. Вам тоже. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо. Ну все, погнал, в общем, я к дилеру. Главное, чтобы сейчас гайцы не остановили. А то это же бэха черная, она криминальная просто до последнего саленблока. Еще с тех лихих времен все в ней хотят найти какой-то автомат калашниковый. Трава какая-то, товарищ старший лейтенант. На зеленый чай похоже. Опа, опа, нифига себе, меня наказывают по полной. Я закусываться не буду, потому что бенза осталась на 88 километров. О, уже 87. Чтобы вы этим понимали, через 10 километров будет на 40 показываться. Не знаю, почему так. Возможно, какой-то сбой. Но все равно мы вон на светофоре встретились опять. Видите, он белый злодей стоит, а я поехал. Освещение приборной панели все загорелось, все лампочки работают исправно. Здрасте, я в семью BMW приехал. Да. Да, да, да. Документы, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и ключи от автомобиля. Пожалуйста. В нашу семью прибыли. Сейчас.
У вас маски тоже BMW оригинальные? Конечно. Ах, что у вас тут зимы, какие новые модели появились? То же самое, нового ничего нет пока. Я уже не помню, что у нас было зимой. Такси потребуется? Да нет, спасибо, не надо. Можно как сувенир взять? Возьмите, конечно. Сейчас Павел подойдет за вами. Автомобиль осмотрите, документы все подпишите вместе с ним. Окей. Где подождать? Походить? Идите. Что, пойдем приценимся? Ой, велик BMW. Посмотреть, как выглядит оригинальный велик BMW. Видел эти, вот продаются на литых дисках, да? Да-да-да. Там же вообще жесть, там, ну, они, считай, ну, чуть ли не руками гнутся. А это, наверное, дорогой. Что здесь? Shimano Alfine. Что-то я даже такой переключатель не знаю заднюю. Я думал, Olivia сдалека, как у меня. Я смотрю, руль регулируется по углу. Больше что-то ничего не видно, никаких. Ну, спереди одна звезда, что-то совсем как-то не серьезно. А сзади что-то тоже. Это что за система такая? Может, это наоборот какая-то топовая? Машина другая, меньше. Ладно, что велосипеды смотреть. Вот семерочка новая. Просто у нее нифига у нее ноздри. Как моя голова, наверное, да? Даже больше, да, Серег? Да. Как две головы. Когда-то на таких будем машинах ездить, лет через 15, и это будет считаться нормально. Сейчас просто стоит самолет какой-то из другого измерения, как будто вообще. Сколько стоит, интересно? Сразу ипотечная эта история. Почему вон цена? А, 6300 на автомате. Это еще 19-й год, между прочим. Не, ну запах, конечно, такой себе. Это кожа. В принципе, и в нашей семерке, да, тоже запах до сих пор какой-то грубоватый такой. Ну, фирменный, да. 346 километров на одометре. Тут она сначала маленько поджала, потом хоп, до конца. Шторки такие же, по-моему, вообще один в один. Да? Нормально, кстати, больше намного багажник. Здесь, наверное, у меня бак, наверное, между этими, между сиденьями и багажником, да? Да. Здесь бак, наверное, в другом, в другой части где-то. Посмотрим, да, герметик родной, там, по стандарту. Опа! Здесь так, что ли? Центр перенесли, интересно. Для развесовки, для идеальной. Вот что для такой машины, она весит 3 тонны. Что для нее 10 килограмм аккумулятор? Ну, играет, видимо. Какая вообще разница? А если, допустим, я мелочи в карман набрал и слева сел, и что? Нарушил. Вот так, да? 730. Здрасте, да? Да. А вот там вот самый крайний. Угу. Пойдем, я покажу. Это средний стол. Поперек стоит столы. Угу. Хорошо. Это еще Competition, да, эта версия? Как-то вот когда по новым ходишь, да, открываешь одну, вторую, третью, они как-то все как-то сливаются, да? Нет. Нет? Мне кажется, совершенно же другое. Совершенно другое, да? Абсолютно. Это ручка примерно такая же, сиденья примерно такие же. Ну, идеология-то другая у пяти. Что, бирочка нормальная? Тоже двухтактная эта. Ручка подсвечивается. Не, ну такая машина, вот у нас сколько? 80 км в час, да, это ограничение. На такой машине, ну и что с ней делать у нас? Нет, треков нету, по сути. Ну, можно съездить, да, на трек, ну ты что, ну взял в аренду, покатался на треке. На магистрали 130. На 130 0,7 этот, малолитражка поедет. Расход 14,5. Разгон 3,4, уже почти как мотоцикл разгоняется. А, Давид же видел это? Наказывал мотоцикл. Нас ждут. Ой, блин, я фары забыл выключить. Пока автомобиль на сервисе, какие
какие-то личные вещи будете забирать в автомобиль? Не, не буду, нет, все забрал, что надо. Все забрали. По какой причине горит АБС? АБС. У них болезнь, пропаивать, похоже, надо, знаете, это. Блок? Да, блок. ABS. Меняем только масло? Дополнительные работы никакие? Нет. Хорошо. Нет. Полика нету, что ли? Ну вот все, что есть, то. То... Нет, просто здесь еще полик бывает. То, что закрывает. Нет. Крышка. Пуска молдинга нет, да, получилось? Угу. От выпуска? От выпуска, да, защищать. И с одной и с другой стороны проводка рядом, он вообще практически лежит на трубе. Баночки натворились, наверное. Бедняга. Да, вроде продуманная система была, да? Если честно, уже так надумываю продавать. Вот недавно на учет поставил, чтобы это вопросов не было. Просто у нас есть люди, которые тоже... Также восстанавливали, помаленьку восстанавливали, наверное, года три. Мне восстанавливал, мне знакомый. Восстановил, продал. У вас, надо сказать, течи практически нет. У многих у них течи по двигателю есть, по коробке. У вас сухой, у вас только передний активный стабилизатор, то тонкие трубки подводки. Ну да, я там одну трубку менял, вот, с разборки покупал, и, видимо, еще одна какая-то потекла. Подпись у вас. Соберем работу, что замена масла по акции. Добро пожаловать. Дополнительно ничего не делаем. Подпись, расшифровка. Фамилия не стала. По работам где-то часа полтора. С мойкой будет. Мойка бесплатная, все бесплатно, соответственно. Вон, смотри, зеленая, как тебе? На вторичном рынке это сразу эпик фейл. По все, цвету, все да. Все черную хотят. Ну, видимо, скидку хорошую дали, да? Или, может, военный купил. Как ты думаешь, сколько стоит для простых эта акция, когда-то нет заново? Если бы она была платная. Замена масла? Ну, наверное, 1007. Близко. А ты посмотрел? Да. Сколько? 8 для 8-цилиндровых. 8 тысяч рублей? А там да. По цилиндрам цена отличается? Да. Я думал, по объему масла. По объему двигателя. По количеству цилиндров, самое интересное. Слушай, так можно это, вместо масла надо менять. Хоп, перерегистрировал, хоп, на тебя, допустим, перекинул, да, регистрацию. 800 рублей заплатил госпошлину. Хоп, поменял масло, да, потом опять. Кстати, да. Она надувная у вас? Можно в рюкзак закинул и пойти, да? Клево. Алло. Здравствуй, дружище. Это бывший хозяин твоей бэхи, Семёрки. А, привет, Никита, привет. Слушай, я сейчас доехал до ГАИ, у меня есть данные по новому, по владельцу, которому я продал. Что нужно именно? Какие? У меня копия ДКП на руках. Блин, слушай, Никита, извини, я забыл тебе написать. Я все, короче, нашел всех там и по сутя, кто был. И все, на учет поставил уже. Ага. Вот, блин, вот буквально две недели назад эпопея у меня закончилась. Ну, там был этот. Ага, я понял, все, ну отлично тогда. Ага, спасибо, ладно. Что не забыл про меня. Да, у меня просто, видишь, тут служба, как бы я военный, у меня Понятно. Времени, ни выхода, и я туда-сюда мотаюсь. Вот у меня как появилась сейчас возможность заскочить, я и взял. Вот. Сюда ну, ты просто это не что-то не отвечал, я, видимо, и забыл, поэтому вот тебе. А что, кстати, она ездит? Машина-то? Да, я вот сейчас к официальному дилеру загнал масло менять бесплатно, там по акции. А ты знаешь, что там двигатель на Неменин дважды? Так на ней Миша же перебирал двигатель, ну вот блогер-то Миша Яковлев. Да, он перебирал двигатель, который. Он перебирал движок, который был поставлен контрактный, а я еще ездил на оригинальном движке, на заводском. И она бита спереди, справа дверь, крыло, зеркало, в жопу она была бита и все, по-моему. Ну да, дверь я правую уже поменял, там что-то подделал уже. Да, так ездит, да, потихоньку, вот сейчас говорю это, по акции «Добро пожаловать в семью», бесплатная замена масла после постановки на учет. Ну да. Кстати, это на нее налог, если что, такой не маленький будет. Там с ракет, по-моему, у тебя. Ну да, где-то 2500 в месяц я уже посчитал.
Ну, у меня на севере, допустим, выходило, там, сейчас скажу, 30 тысяч. 26 или 30, вот так где-то. Да, ну у нас поболее, Ну, а что поделать? Далеко она, конечно, забралась, машина. Да, может еще дальше кто-нибудь потом купит, еще восточнее. Ну, она, кстати, раньше была на пне завода. Да-да, я тоже там с кем-то переписывался, с ребятами говорили, да, что меняли, получается. Да, может, на ней. Ну, тачка, кстати, прикольная была вообще. Она мне очень нравилась в свое время. Вот. Ну да, ладно, комфорт. Давай. Да. Ага, давай, счастливо, Никита, ага, пока. Давай. Кроссовер будем посмотреть. Слушай, так там уже это раздельные. Два сиденья. Как знаешь, как спереди, так же два сиденья. Там же еще задний ряд. Интересно, да, так? А, электрическая поехала, да? И что, как назад, боюсь спросить. Кнопочку нажать надо, наверное. Нет, все интуитивно должно быть, понятно. О, смотри, РУ. 51. А почему старый номер? У меня же номер новый уже. Вы тоже блогер? Я, да. А еще кто-то есть? Да. Да? У нас 30, Е39 в сервисе, человек проездом, у него ступичный подшипник загудел. И вот он снимает, как идет ремонт его. А он здесь сейчас? Да. А, так он мне писал недавно. Вчера писал мне. Если хотите, я могу. Ну да, познакомить вас. Можно поздороваться. Поздоровайтесь, да, пообщайтесь, не проблема. Вас пригласил. В Владивосток едет, да? Да, по Владивостоку совершенно верно. Оплаты у вас нет. Соответственно, в истории обслуживания это сохранится. А история будет видна не только у нас, но и по России у дилеров, так как у официального дилера обслуживались. Здорово, парни. Здорово. Привет. Рустам. Серега. Ромка. Я знаю. Все-таки это судьба связала, да, нас? Да, нас. Что, у тебя какая восьмерка? Да, Ромка только купил вот восьмерку перед выездом. А мы приехали на Бэхе масло менять. Да ты что, сюда приехали? Добро пожаловать в семью, да. Здорово, молодцы. А меня, вон, видишь, как соорудили, ну, нарядили. Красавец. Я там возле своей машины просто стоял. Спорище блогер. Вы можете халат снять, как снять, а кресло положить. Я вспрел в нем. Я прекрасно вас представляю, я целый день в этом. Да, да, я представляю. Блин, здесь, конечно, в Новосибирске все жестко вообще. Пойдемте здесь, выйдем. Да, да. Автомобиль там. А в чем жесткость? То, что везде маски. Первая, самая основная жесткость в том, что нигде покушать нормально нельзя. А ты просто места надо знать. Я тебе могу подсказать места. Да мы сейчас, значит, вместе поедем. Все, сейчас нашу машину отдадут, пока ваша будет здесь, мы на нашей съездим. Уже сделали? Ну все уже. А, вы уже сделали? Да. Так я смотрел, короче, так я видел, прикинь, у меня есть видос. Я стою такой на видео, снимаю, как мою машину делают. И семерка твоя. Ну, я не думал, что и твоя, но очень похоже прям. Я такой Ромкина, что ли, такой, не пойму. Сейчас сниму чехлы. Смотрю номера, ну, не те, которые у тебя были. Вот, ребят, встретились с человеком, на которого я подписан. Привет. Роман Гол. Привет подписчикам. Да, да, да. Роман, я за Романом смотрю давно уже, когда он покупал себе вот этот чудо-автомобиль. Вот мы встретились, вообще чисто случайно. Можно сказать. А что за болезнь, когда камера вырастает? У всех причем. И у всех камера, да. Все, поменяли масло, машину помыли, все бесплатно. Серега, значит, такую идею накинул. Вот он, Серега. Что, возможно, сейчас там оригинальное масло залили. Короче, другое масло залили, возможно, там сейчас какой-то жор может появиться, возможно, дым там, ну, всякое бывает, знаете. То есть у меня было залито Татачи 5W40, которое я менял полтора года назад. Маслицо тепленько. Расхода вообще не было. Сейчас проверим.
Ребята, вот как оцениваете звук мотора BMW на новом масле? Скажите, пожалуйста. По-моему, вообще были какие-то перебои, типа... Серега, ну вот эти перебоев вообще нету, типа, знаешь, троит, не троит. Как раньше, ты что-то шутил, как мускул кар. Да, как он раньше реально как мускул кар был. Ладно, тем. Бэшечка, побегает еще. Чисто, да? Так, для дрома отсняли, теперь на самом деле. Бам! Да, облако такое. Нормально? Ну проверим еще по расходу, посмотрим, да? Ну не воняет. Расхода не было. Надеюсь, и не будет. Потому что вязкость другая, как минимум, да? Вообще, то есть, четенько.